Всех приветствую на нашем канале Оптонет. Сегодня у нас на обзоре автомобильная магнитола 7022. Это магнитола с сенсорным экраном. Экран здесь на 7 дюймов. Здесь есть отдельная крутилочка громкости Bluetooth, с помощью которого вы сможете коннектиться с вашего смартфона к магнитоле, включать определенную музыку, разговаривать по телефону. В общем, сейчас мы ее откроем, я ее включу и более подробно расскажу про эту магнитолу. Ссылка на нее будет в описании, то есть вы сможете перейти, посмотреть и купить по очень классной цене приятного просмотра поехали итак ребят магнитол идет вот в такой коробочке здесь надпись 7022 7-дюймовый сенсорный экран она поддерживает usb флешки есть bluetooth давайте откроем я более подробно вам расскажу и покажу как она работает Итак, ребят, давайте пройдемся по комплекту. Во-первых, в комплекте вы получаете пуль дистанционного управления вот такого типа, которым вы управляете с руки. То есть, если где-то остановились, можете посмотреть в фильме вот такой вот пульт. Также вы получаете абсолютно бесплатно в комплекте пуль на руль. Если у вас на руле нету кнопок мультимедийных, то вот этот пульт можно использовать на руле. Также, естественно, есть крепление для того, чтобы ее куда-то прицепить. Ну и в комплекте вы получаете фишки для подключения. То есть, это фишка одна питание, а вторая фишка на э, акустику, которая у вас стоит, то есть на динамике и так далее, то есть левый, правый, передний, ну и, естественно, инструкция по эксплуатации. Вот таким вот образом выглядит сама магнитола. Это двухдиновая магнитола. На передней части у нас 7-дюймовый экран. Прикольный, сенсорный, который отлично работает. Глазок для того самого пульта. Переключение вперед-назад, отключение-отключение самой магнитолы. Крутилочка громкости. Выход под microSD-карточку. AUX выход, выход под USB-карту. На задней части нашей магнитолы есть выход под фишки. Те самые для подключения питания и динамики. Динамиков. Еще один выход USB, предохранитель на 10. Естественно, дебас, антенна, то есть это радио. Выходы для колонок, камер заднего вида, ее туда-сюда можно тоже подключить. Естественно, выходы для сабвуфера GPS -а в этой магнитоле нету. Вот таким вот образом выглядит меню самой магнитолы. Смотрите, сенсор работает отлично. На передней части у нас есть радио. То есть вы можете включить, заполнить волны, которые вам нужны. Зайти в радио дальше у нас на переднем части есть видео то есть скачать на флешку определенные там фильмы видео и просматривать музыка вкладка музыка ее здесь нету но вы можете скачать файлы тоже опять-таки можете накинуть bluetooth вы можете с телефона подключиться к bluetooth и с помощью bluetooth вы сможете по сути разговаривать то есть когда вам кто-то будет звонить все это дело будет происходить на вашей магнитоле. крутилка громкости это очень круто потому что если бы ее не было тыкать по сенсору в движении это не Безопасно. Фото, то есть сюда можно, естественно, перекидывать фотографии по Bluetooth, ну или на флешку скинуть и потом их просматривать. Дальше у нас есть AUX выход, то есть можете через AUX подключиться. Также есть возможность подключиться камерой из заднего вида. Вот здесь находится солнышко, которое позволяет делать яркость экрана тусклее или светлее, или просто выключить экран. Если вы едете в темное время, то есть если хотите его потушить, музыка будет играть. Но когда вы просто выключите, как бы музыка играет, но экран потушен. Как только коснулись к экрану, он будет работать. Это тоже прикольно. В настройке магнитолы вы можете поставить регион, стандарт видео, цвет подсветки. Опять-таки вы можете это все дело изменить. Вот здесь светится. Красным цветом вы Можете поставить красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, голубой белый и автоматически то есть переливается всеми цветами. Естественно, можно поменять язык, какой хотите, обои, тоже можно сменить обои самой магнитолы. Это прикольно, опять-таки можете на флешку накачать любые обои и потом поставить, какие вам нужны. Есть эквалайзер вот здесь вверху, смотрите, нажимаем на этот значок и вы можете, во-первых, переводить в левый задний динамик, левый правый, правый задний, правый, там, допустим, передний или левый передний, где-то посередине, или сделать так, чтобы играли только только задние или передние, добавлять-убавлять бас, высокие-низкие частоты. Полная настройка музыки производится через вот этот эквалайзер, и это реально удобно, потому что э, можно настроить именно под себя. Кто-то любит больше высоких, кто-то любит больше низких. Что касается сенсора, отлично он э, откликается на все. Вот Я касаюсь, сразу смотрите, все моментально загружается, ничего нигде не подтормаживает, ничего не подвисает. Точно так же можно просматривать фильмы очень удобная, ребят, Меню в этой магнитоле. Точно так же на передней и на самом главном экране вы видите время, день недели, годы. Да, регулировка громкости, как из э, крутилочки, вот этой, которая здесь есть, также можно и самим сенсором. То есть вы можете и на экране регулировать. По звучанию, эта магнитола звучит очень классно. Это двухдиновая магнитола, это нужно понимать, потому что она широкая, поэтому не в каждый автомобиль подойдет. Перед покупкой лучше все э, более подробно проверить, про ваш автомобиль. Здесь стоит предохранитель, который не позволит ей перегреть Гореть, в случае перепада в автомобилях такое бывает и в комплекте вы получаете все необходимое и даже больше то есть вы получаете два пульта зачастую вот эти пульты покупают отдельно здесь есть и пульт на руль и есть обычный пульт потому что большой экран вы можете смотреть фильмы то есть разложить кресло в вашем э, автомобиле смотреть и чтобы за каждым разом не тянуться чтобы переключить там добавить громкость или еще что-то перемотать например то у вас есть вот такой пульт который позволит вам это все делать ссылка на эту магнитолу будет в Описании. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на нашем YouTube канале OptoNet. Всем удачи и всем пока.